Во время блокады эту маленькую девочку эвакуировали из Ленинграда. Леночка ее звали. Фамилию свою она забыла. Такая она была маленькая и измученная. Она потеряла всю семью. Маму, бабушку, старшего братика. А ее нашла специальная бригада истощенных девушек. Тогда ходили по квартирам страшной блокадной зимой, искали детей, у которых погибли родители или при смерти были. Вот Леночку нашли и смогли отправить в эвакуацию. Она не помнила, как детей везли в тряском грузовике по льду, не помнила, как попала в детский дом. Она маленькая была, как истощенный гномик с большой головой на тонкой шейке. И она уже не хотела кушать. Такое бывает при дистрофии. Она лежала в постельке или сидела на стульчике у печки, грелась и молчала. Думали, что Леночка умрет. Много детей умерло уже в эвакуации. Сильное истощение, и нет сил жить и кушать, и играть, и дышать. И одинокий истопник, фронтовик дядя Коля лет 20 от роду, свернул из старого полотенца куклу. Как-то подрезал, свернул, пришил. Получилась уродливая кукла. Он химическим карандашом нарисовал кукле глазки и ротик. И носик за корючку. Дал куклу Леночке и сказал серьезно: «Ты, Леночка, баюкай куклу и учи ее кушать хорошо. Ты теперь кукле мама. И уж позаботься о ней получше. А то она болеет и слабая такая, даже не плачет». И эта Леночка вдруг вцепилась в куклу и прижала ее к себе. И стала баюкать и гладить тонкими ручками. А за обедом кормила куклу кашей, что-то шептала ей ласковое. И сама поела кашу и кусочек хлебца. Кормили не разносолами в эвакуации. Ну вот, Леночка и спала с куклой, и у печки ее грела, обнимала ее и хлопотала о кукле. Об уродливой кукле из старого полотенца с нарисованными глазами. Девочка выжила, потому что ей нельзя было умирать. Надо заботиться о кукле, понимаете? Когда надо о ком-то заботиться, это огромная сила жизни для некоторых людей, для таких, как эта девочка, которая стала медсестрой потом и прожила долгую жизнь. И руки ее были всегда заняты, а сердце наполнено. Невозможно забыть то, что пережили жители блокадного Ленинграда. Вечная им память и восхищение. Автор Анна Кирьянова. Озвучил Виктор Молчанов.